ближайшее время планируют на ВАДе прямые вылеты из Сыктывкара в Вологду, Казань, Нижний Новгород и Киров. А куда бы вы еще слетали? Ну, не знаю, где теплее. Никуда. Екатеринбург. В принципе, этого достаточно. Дубай. Сами не летаем много, да. Котлас, потому что у меня там живут родители. Раньше был такой авиарейс. Летал на 28-м. Очень удобно, 1 час, и ты дома. В Воркуту? Не знаю, не могу сказать больше. В деревню к бабушке выжму. Ну, Казань и Вологда мне хватит достаточно. Краснодар есть, наверное, да? Ну, в общем, побольше на юг, я думаю, должно быть рейсов. И самое главное, чтобы они развивали вот здесь вот региональную авиацию, восстанавливали ее. С Сибирь, Челябинск. Можно тоже. Калининград можно связать. Только не ночью. Я живу рядом с аэропортом, там объявляют о посадках. Да куда угодно. Чем больше вылетов, тем лучше, тем лучше. Затрудняюсь ответить. Мне такие вылеты не нужны. Хорошо бы туда слетать, куда вы сказали. Но еще неплохо бы слетать, например, в Иркутск. Я бы в Болгарию бы съездила бы. Ну, я думаю, в принципе, можно наладить такие пути сообщения, как, предположим, куда-нибудь на юга. Было бы тоже замечательно. А, и больше городов добавить в среднюю полосу России. Краснодар. Меня интересует только Москва, Ставрополь, больше ничего. Кослан. В Кирово будет обязательно? О, это очень хорошо. Можно внутри республики добавить рейсов. Ну, внутренних. Да везде можно побольше сделать. Вообще-то. Это очень хорошо для республики, для нашего города. Киров можно. Новосибирск, ну, можно на юг России, куда угодно. Я довольна теми направлениями, которые есть. Если еще добавят эти, пожалуйста, я буду очень рада.